И вновь доброго времени суток, вещает канал Queen's Paradox, и это вновь игра терапии с доктором Крюгером. Наша веселая, жуткая меня. Да, буду с минуты на минуту. Да, медицинская карточка наша. Закрыв глаза, я улечу в ночь густую, где шепчу мечтатели молитву тихую. Во сне увижу я тебя, прогулки, разговоры. Мы во сне мы будем вместе навсегда. Во сне мы будем вместе навсегда. Мы будем вместе без единой ссоры. Мечтать не вредно, глупый ты придурок. Каждый раз что-то новенькое добавляется, а? Клянусь, я были уже здесь. Где я, мать вашу? Добро пожаловать в медицинский комплекс. Ведущая многопользовательская клиника. Я не больный. Что это за терапевтичные идеи? Звучит как афера, конечно же, звучит. Потому что это она и есть. Да, это похоже на дельфина, походу. Нужно пройтись по основной информации. Как тебя зовут? Тейлор, возраст. 19 местоимение. Они. Что привело тебя? Мы не больны. Проверка на вменяемость. Знаете, что нужно сделать для получения последней концовки? Прям противоположную тому, что мы делали в прошлой. Конечно же, мы только это не пробовали. И знаете, что это сработало? Я тебе покажу несколько карточек. И теперь они сказали мне все равно. Что ж, давай начнем. Будем выбирать это. Будь усерднее. И может быть тебе повезет. То. Будем выбирать самые большие цифры. Может быть тебе повезет в следующий раз. 2 на 2. 8. А нет, было еще 9. 3 на 1. 9. В следующий раз тебе повезет. Может быть. Какая жалость. Для кого как? 15 на 2? 2. Может быть. Тудуц. 7 плюс 5. 1. Может, хватит примеров, а? На. Кушай карточку. Да ты что? Так, оно заткнулось, которое орало. Скорее всего, это было слышно охренительно, учитывая мой нынешний микрофон. Упс, мои извинения, да-да. Какого лешего? Это была кровь? Нет, это не была кровь. Была. Нет, не была. А теперь, Тейлор, время есть на исходе. Сосредоточься на примере. 3 плюс 3 равно... Кушай четверочку. Может, тебе повезет. Они очень сильны в этом, да? Заткнись. Я все делаю так, чтобы тебе было плохо. Ты должно быть устали от этих примеров. Почему нам не сделать перерыв? Ладно, давай-ка я прибавлю громкость. А можно ты не будешь ничего прибавлять? Гораздо лучше. Как дела, а? Как ты себя чувствуешь? Все хорошо? Я немного сбита с толку, но в целом все хорошо. Как учеба, нормально. Ведь в колледже, да, да, замечательно, в ГДО. Я живу здесь, сколько себя знаю. Ты тоже местный, да? Просто предположение. Конечно, однако. Поступал я не здесь, получил высшее образование в Г4. О, ПМУ? Да, это очень классно. Спасибо. Откуда я знали, что он с ГДО? Да, откуда? Та самая неловкая пауза в разговоре с незнакомым человеком. Ладно, перерыв окончен. Давай перейдем к следующей части в нашей терапии. Что скажешь? Ладно. В этой части мы сыграем в игру. Очень известную. На, господи. Наперски, ты имеешь в виду игру со стаканами? Да, именно она. Почему бы нам просто не попробовать? Что скажешь? Как хочешь. Я люблю твой энтузиазм.
Как видишь, у меня есть 3 стакана. Теперь мне надо сосредоточиться на том, чтобы просрать игру. Чтобы не выбрать случайно тот стакан, который с глазом. Я никогда не помещу, извини, но я пойду за глазом, да-да-да. Что там, мать твою, происходит, да? Почему я чувствую себя так, будто проходил уже через этот раз 100? Ну не 100, а 2? Я не просирала столько раз. Что? Что это, блядь, было? А все то же самое. Спасибо за ожидание, Тейлор. Я очень ценила это. Что произошло? Ты это слышал? Слышал что? Крик. Какой крик? Это пустая трата времени. Может, продолжим терапию? Могу твою голову поместить в этот стакан? Как раз подходит по размеру. Есть 3 стакана. Один с глазом. Это блядский глаз. Где ты его взял? Отложил. В любом случае, я буду перемешивать эти стаканы. Тебе нужно будет сказать, в каком из них находится шар. Ясно? Ответь на мой вопрос. Обойдешься. Пок. Нет, наверное. Правильный ответ. Та-да! Попробуем еще раз. Понял. А может быть, это просто не твое. Правильный ответ. Та-да! Попробуем еще раз. Почти получилось! Правильный ответ! Та-да! Сосредоточились! Сосредоточились! Мы не хотим это просирать заново! Не, неверно! Правильный ответ! Класс тут! Попробуем еще раз. Тут его точно нет. Будь усерднее, и может тебе повезет. Правильный ответ. Та-да. Попробуем еще раз. Да блин! Я так и знала! Yes! Последний. Последний. Кажется, это слишком сложно для тебя. Но не волнуйся, в этом нет ничего страшного. Пошел ты! Мы пойдем против этой долбанной блядской системы. Давайте бунтовать против этого козла. Давай передохнем еще раз тебе. Как тебе эта идея? Давай. Отлично, я увеличу громкость. Не надо. Что ты на этот раз будешь говорить не делать? Этому парню. Который пищит как масяня. Альберт Крюгер слушает. Чем я могу помочь? Вот трехэтажный мат масяньки. Очередная проблема. Я уверен, что достаточно компетентно, чтобы решить эту проблему самостоятельно, да? Уильям, я бы попросил не расчленять ее. Я думаю, что нам нужно придумать решение получше, чем делать что-либо. А теперь извините, у меня пациент. Извини за это. Все нормально. Это звучало довольно серьезно. Спасибо за беспокойство, Тейлор. Я это очень ценю. Тем не менее, здесь нечем волноваться. Абсолютно нечем. Всего лишь расчленяет человека. Хрень вообще вопрос. Нужно отметить, что наша команда очень хорошо обучена. Очень хорошо. Угу. Ладно, буду знать. Кстати, твоя фамилия Крюгер, так? Верно? Интересно. Значит ли это, что ты здесь главный? Конечно, значит. Но ей вправду главное, на самом деле отец был основателем, но я унаследовал это после смерти. Поэтому ты вернулся с Г4, чтобы продолжить дело своей семьи? Да, это часть моей судьбы. Ты скучаешь по Г4? Может быть, а может и нет. Это было хорошим местом, я был бы не против посетить его снова. Думаю, что это было для короткого перерыва, это было достаточно. Пойдем к следующей части. А, да, конечно. Эта часть будет немного другой. Это не игра или тест, но все же поможет путь узнать тебя лучше. Я обычно называю это путем к твоему сердцу. К моему сердцу? Тебе это не понравится. Тебе там еще сильнее не понравится, чего.
Нужны честные ответы, какие вопросы, разные вопросы, а тебе... Не, я пас. Сейчас мы будем играть. Посмотри, что у нее происходит. Это нечестно, ты в курсе, я не подписывался на это. Мы не подписывались на это. Так, взамен, хорошо, я узнаю, что ты лжешь или нет. Важно доверие, нужно быть терпимым, да-да-да, закрой глаза, да, конечно, сейчас. Хорошо. Вот так? Да, отлично, да-да-да, мой первый пас. Никого было расти в твоей семье, ничего необычного, родители иммигранты, прибыли в году на работу, были еще два ребенка в семье. Так, родители были известными, ла-ла-ла. Блин, так классно получать все внимание и любовь. Открыть глаза. Да. Почему ты открыли глаза, Тейлор? По кочину, так надо. Второй вопрос. Как сильно привязаны к людям вокруг? Так, я не очень популярна в школе, они мне очень дороги, как и семья, хорошо. Нежно тебе, да, конечно. К пациентам, да-да-да. Семьи или друзей. Что это такое за звуки? Да. Ненавижу такие звуки. Следующий. Если у тебя волшебная палочка, слишком сложно. Чтобы ты изменил. Мне должно быть меньше бездарных людей. Люблю свою жизнь. Что-то тут не так. Что это за унывающая гитара? Бляха. Снова скример Новый год. Тейлор, я бы попросил тебя больше не открывать глаза. Что это за херня, что это было? Я совершенно не понимаю, о чем ты говоришь, к сожалению. Мне кажется, что ты слишком напряжены. От этого возникла какая-то форма галлюцинаций. Нет, богом клянусь. Ты можешь сделать одолжение, Тейлор. Закрой глаза, сделай несколько глубоких вдохов. Сука, ты вообще не слушаешь. С ним правда бесполезно спорить? Нет, не бесполезно. Лом тебе в аргументы. Никогда не было желания убить кого-нибудь или расчленить, порезать на куски, как бутерброд. Нет, конечно. Погоди, и у тебя? Я не люблю бутерброды, так что нет. Ага. Мне так тревожно. Открой глаза. Блядь! Что это за хуйня? Что это, блядь, было? Мои извинения, Тейлор. Мне было очень интересно услышать твои ответы, так что я немного приблизился. Чувак, ты без макияжа выглядишь плохо. Накрасься, пожалуйста. Больше не смыла макияж в этой жизни никогда. Я бы не сказала, что это было немного близко, но какая разница? Как насчет небольшого перерыва? Я прибавлю громкость. Опять дядюшка. Алкаш. Беги, дядя Алкаш. Ты слышишь это? Конечно, он слышит это. Приношу свои извинения, Тейлор. А тебя, если ты простишь, я разберусь этим. Поэтому посмотрю-ка я, поставлю-ка я тебе чего-нибудь, ладно? Какое-нибудь видео, Альберт, пожалуйста, не убивай его. Я и не собирался. За безумного доктора-садиста? За кого ты мне принимаешь, за безумного доктора-садиста? Я скоро вернусь. Fuck it, shit. Что за ебаное дерьмо тут происходит? О, музон. Надеюсь, на него нет авторских прав. Но, конечно же, кого я обманываю, они есть. Естественно, они есть. Как всегда. Пум-пум-пум-пум-пум. В прошлый раз было кровавое месиво на типа хорошей концовке. А сейчас охренительные танцующие скелетончики. Обожаю скелетов. Здравствуй опять, Тейлор. Надеюсь, тебе понравилось видео. А что это было за видео? Танцующий скелет, тебе не понравилось? Ну, это было мило. Все разрешилось с тем чуваком. Да, разрешилось мирно. Это хорошо. Готов к следующей части терапии? Да, конечно. Эта часть будет гораздо веселее предыдущих. Слышали ли ты о психологическом тесте Рошаха? Конечно, где спрашивают, что видишь, верно. Да, также мыслительных организмов, да-да-да. Несколько клякс, что ты видишь у них, ясно. Интересно, что на обратной стороне бумаги? Это подсказка, да?
Ага, абсолютно. Боль. Почему ты перевернула бумагу, Тейлор? Почему ты перевернули бумагу, Тейлор? Что-то не так, Тейлор. Почему ты перевернули бумагу? Ладно тебе, ну давай. Почему ты перевернули бумагу, Тейлор? Что-то не так, Тейлор? Ладно, будешь медведем. А ты будешь... кроликом будешь. Ты... Ничего нового. Что-то не так, Тейлор? Будешь листом. Листом с глистом. Судя по говну. Так. Я прошу не делать так, Тейлор. Да пошел ты. Ты будешь слоном. Интересно, интересно, очень интересно. Почему ты перевернули бумагу, Тейлор? По кочану. По кочерышке и по капусте. Человеком будешь. Назначила человеком. Что-то не так, Тейлор. Да, все охерительно так. Будешь бабочкой. Он похож был на бабочку? Думаю, да. Ты будешь ковриком. Интригующий выбор. Попрошу не делать так, Тейлор. Попроси хоть 100 раз, я все равно буду это делать. Ты будешь слоном. Классно. Ой, привет, док. О, классный рисунок. Так ты художник у нас. Кто это? Конечно же, он сам. Док. А, док. Почему ты сделали это, Тейлор? Это не очень приятно. А? Сделали что? Я вполне уверен в том, что ты понимаешь, на что я ссылаюсь. Чё с музыкой? Fucking shit! Конечно, конечно. Игра вылетела. Что? Что, блин, произошло? В душе не знаю, что тут произошло. Какая-то очередная дичь, небось. Извиняюсь за внезапную вспышку гнева, Тейлор. Это у тебя такие вспышки гнева? Тебе самому к психиатру надо, мужик. Тебе вот и в этом кресле не место. Это знаете, как тут знаменитый анекдот? Псих тот, кто не успел надеть халат психиатра. Угу. Вот оно самое сейчас происходит. Это было очень грубо. Не беспокойся насчет грубости. Беспокойся насчет того, что ты сердечный приступ человеку принес. В качестве извинения я отвечу на твой вопрос. Это мой однокурсник с колледжа. Чё? А, вы были друзьями? Поэтому ты его нарисовал? Вы даже похожи. Вообще-то все наоборот. Мы были заклятыми врагами. Врагами, почему? Без причины. Наверное, из-за того, что мы были очень компетентными людьми, похожими друг на друга. Нас любили сравнивать. Я был лучшим в классе, он был вторым. Он всегда очень сильно старался обойти меня, но безуспешно. Он тебе не нравился? Я думаю, что я и уважал, и презирал его в одно и то же время. У него был огромнейший потенциал, но из-за меня все пропало даром. Какая прелесть. Тебе нравилось быть лучше него, не так ли? Я бы так не сказал. Тогда я скажу, тебе нравилось то, что ты был целью для него. И ты чувствовал себя замечательно. Ты скучаешь по нему, да? И во всем друзьям с Г4. Это абсурд, Тейлор. Вранье. Тогда почему ты его нарисовал? Я знаю, что художники рисуют только то, что им нравится. Это должно быть тяжело, переезжать в другой дистрикт в одиночку ради образования.
Но еще сложнее сказать прощай всем друзьям после выпуска. Почему бы тебе не позвонить им и когда-нибудь? Я подумаю. Мне жаль, Тейлор, но мне кажется, что нам придется закончить терапию пораньше. А, ну, все хорошо. Если я останусь живых, все будет хорошо. Я просто хочу сказать, что мне очень понравилось разговаривать с тобой. Прошло немало времени с тех пор, как я встречал кого-то вроде тебя, Тейлор. Кого-то вроде меня? Да, упрямого, неугомонного, не знающего страха. Но самое важное, усердно пытающегося трепать мне нервы. Да. Сочту за комплимент. Думаю, мы сможем стать друзьями. Или хотя бы написать письма друг другу. Люди больше не пишут письма. Зато они пишут смски. Какой стыд. Тогда мы свяжемся как-нибудь по-другому. Перед тем, как ты уйдешь, могу ли я попросить об одной вещи? Ну да, о чем? Не против ли ты заполнить эту... А, забудь. Прощай, Тейлор. Надеюсь, мы еще встретимся. Что это было? А? Это мой рабочий стол. Это был сон? Ого. Хрена тебе кошмары, мать, снятся. Даже мне такое дерьмо не снится. Что это за файл? Мы нашли последнюю концовку. Интересно, нам дадут отдельно посмотреть файл? Господи. Нет, этой игры все больше и больше эмоций. Я просто в шоке. Мягко говоря. Что ты на сей раз нам покажешь в концовке? Я знаю, что видео уже больше 20 минут. Но закончить его на середине я просто не могла. Так, вот это мы звоним. Алло? Сколько лет, сколько зим, Винсент? Дорогие Тейлор, как поживаешь? Я позвонил своему другу сегодня, кажется, у него все хорошо. Хотели бы ты встретиться когда-нибудь? У меня есть классная идея терапии для тебя. Всего наилучшего, доктор Крюгер. Эх. Сброс об игре. Выйти. Может быть, нажать об игре? Я думаю, что сбрасывать пока что еще рано. Ну, мы закончим на этом. Вы достигли хорошей концовки. Если хотите сыграть еще раз, вам придется выполнить сброс. Нет, я не буду сбрасывать. Эх. Это был канал Накомец Парадокс, игра терапии с доктором Крюгером. Если вам понравилось, если у вас есть совесть, то пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, если не подписаны. Пишите, какие эмоции вызвало у вас это прохождение, эта игра. Если у вас нет совести, то мне вас очень жаль, потому что бессовестных людей никто не любит. А еще у них не бывает хороших концовок. На самом деле. Бывает такое, что люди с совестью треплют нервы людям без совести. И тем самым получают что-то хорошее в жизни. Да, бывает. В общем-то, хорошего времяпровождения. Услышимся в следующем видео. Пока!